Ребят, всем привет, с вами Игнат. Начинаем новое «Пообщаемся». «Пообщаемся» — это такой ролик, где мы берем какую-то тему и прям по полочкам все по этой теме раскладываем. Это может быть и какое-то интервью с кем-то. В общем, сегодня будет «Пообщаемся» на мою любимую тему, а именно на тему жилья в Семиизе, сдачи, съема жилья в Семиизе. Меня смотрят много новых подписчиков, чему я неимоверно рад. Добро пожаловать, старым подписчикам респект. И люди смотрят, люди видят Семииз, люди хотят Семииз. И, естественно, первый вопрос. Игнат, где посоветуй, где что снять? Желательно подешевле и поближе к морю. Это такой стандартный запрос у всех. Что греха скрывать. Я бы то же самое, наверное, спросил. Но, ребята, все, кто мои старые подписчики, знают, что я фотограф в Крыму. Я фотографирую людей, не заселяю их никуда. Я фотографирую людей. Но так как я еще и блогер, и все-таки помочь как-то вам нужно, я сегодня взял и сделал такой ролик. Я взял видеокамеру в руки и прошел маршрут прям Горького улицу, Красномаякскую. Это самый верх Семииза, считайте. Начиная, допустим, взял за ориентир церковь и взял с собой пеший навигатор Garmin. Он показывает высоты, и по пешему навигатору я прям показал, вот смотрите, ребята, мы находимся 110 метров над уровнем моря. И с этой высоты я пошел к следующей улице и шел вниз, давая такие, как сказать, путевые точки, которые, если вы, допустим, нашли что-то в сети, чтобы вы понимали, что, допустим, вот я стою возле церкви, и возле церкви это такая высота и такая-то улица. И уже вы сможете сориентироваться плюс-минус, в какой части Семииза и на какой дальности от моря находится тот или иной адрес. Я пришел с камерой прям до самого берега. Всю дорогу заснял, сейчас вам покажу. В общем, ребят, мы на улице Горького, Горького 37, чтобы вам был ориентир. Ориентир — это здание церкви, вот оно. Его на картах видно, его в Семиизе, в принципе, это всюду видно, с любых панорам его видно. Вот он будет ориентир, Горького 37. Если пойти туда вниз, ну туда, куда я сейчас камеру показываю, можно дойти до город-администрации. Город-администрация — это тоже такой, вот это здание посередине. Ну, как сказать, такой ориентир тоже хороший. И высота здесь, ребят, в общем, не знаю, что тут с фокусом, но высота 106 метров над уровнем моря. Пляж центральный, он вот он виднеется. Вот они, три сосны. Там центральный пляж, вон дива. Дива сейчас вот посередине будет. Также вот она, мечта. И вот на такой высоте улица Горького. Мне кажется, что если я вам скажу, ну там, посмотрите на картах просто. Ну, кажется, что это все рядом. Но на самом деле все вот так вот по высотам. Это будет лучше. Гостевые дома есть, конечно, и туда выше. Но, допустим, как подруги моей мамы в этом году приехали, так им и на Красномаякской было трудно. А Красномаякская, сейчас мы туда дойдем. Вон, видите, и дальше есть гостевые дома, и здесь везде можно снять. Ну, удобно ли вам будет ходить вот сюда в высоту? Для меня это не проблема, для многих не проблема, для большинства проблема. Вот видите, я улица Горького, я Красномаякскую сказал, Васильченко, конечно же, вообще что-то у меня башка не варит. Васильченко, ну, на Красномаякскую мы тоже пойдем. И вот от Васильченко, вот вам ориентир, 41-й дом. Я смотрю. Ну, чтобы вам не показывать, не знаю, видите, не увидите. 112 метров, в общем, тут над уровнем моря. Тут, конечно, ребята, после поворота уже немножко пониже становится. Но все равно это на горе. Все равно вам придется идти в гору.
Вот она, ребята, Васильченко. Идете, 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 и туда она продолжается. И еще, ребят, если вы смотрите без подписки, подписывайтесь на этот канал и на основной канал. На основной канал ссылки в описании, все в описании. Тут на Васильченко, ребята. Я знаю точно, вот тут жилье. Да, его тут везде, в принципе, сдают. Вот Васильченко. Вот Васильченко 7. И, ну, вот тут тот дом, что я показывал. А, и вот, в принципе, смотрите. Если идти вот так вот вниз по дороге, то можно прийти вот Васильченко 9. Для ориентира вам тоже старая дача. Можно прийти, в принципе, и... Смотрите, на солнышке пригрелась потягушки. В общем, если идти вот по этой дороге, то можно дойти до аллеи. Идти, идти, идти. Высота уже, кстати, вон, я смотрю, 96 метров над уровнем моря здесь. Не 110. Мы все равно спустились вниз, но все-таки море еще вон оно, где, видите? У нас уже птички весенние поют. Я вам сейчас покажу один фокус, как быстро можно оказаться на, ну, на несколько метров прям ниже. Это нужно немножко вернуться назад. И. Это все, ребята, Васильченко. Все, Васильченко. Немножко вернемся назад. И тут, смотрите, такой ориентир. Это вот эта стена расписанная. И все. Заворачиваем сюда. Вон церковь, видите, где мы только что там были? Заворачивайте вниз. И по Сократам фигачите вниз. Была высота 96, но видите, тут прям вниз, и ступеньки вниз. И идете, идете, идете. И идете, идете, идете. Прям весь путь вам покажу, как этот Сократом пройти. Церковь уже вон она, где, видите. И еще ниже спускаемся. Снежники. Цветут. И еще ниже. И мы. Оказываемся. Сейчас поймете, где. Вон к лету. Люди все уже шаманят. Вот оно все жилье тоже. Я не знаю, к какой улице вот это все относится. Я думаю, что именно к той, на которую мы идем. А, выходим мы как раз таки на Красномаякскую, с которой я вначале почему-то, на которую я вначале сразу почему-то перепрыгнул. Вот он, магазин на Красномаякской. Русь. Знаете, наверное, кто знает. Красномаякская 5, вон, по-моему, табличка. А, 2. И вот она идет еще туда вниз. Если туда идти, это к юности. А если идти сюда, в эту сторону, то это к рынку прям. Высота здесь уже 72 метра. Но тут от Руси есть еще волшебные ступеньки. Вот они. Есть мой инстаграм в описании. Следующее пообщаемся. Оно не прям будет следующим роликом. Следующий, скорее всего, будет влог, а потом будет следующее пообщаемся. В общем, я держал бэкстейджи с лета. Офигенные кадры летние. Где я и как я вас могу пофотографировать. Все заснял, и в следующем пообщаемся будет. И по этим волшебным ступенькам мы сейчас будем скидывать еще высоту.
Вот на Красномаякской уже те, кто боятся сильной высоты, уже ничего страшного. Уже вот здесь вот прям нормально, вам только вот эту лестницу надо будет преодолевать. Ну еще, правда, такую же потом к пляжу. И, в общем, мы идем. По такой тенистой. Ну, ребят, можно ходить и по дороге, где машины ездят. Просто вот здесь получается, что вы напрямки и намного быстрее. Многие не любят эту лестницу. Я, наоборот, люблю, потому что зарядка такая тут. Так было 70, уже 60. Еще 10 метров сбросили высоты. Так. И... море уже вон оно где. Крыша старой дачи тоже. Идем еще ниже. И уже видно дорогу внизу. Это улица Советская. Это самая нижняя улица. Это считается первая береговая. Но мы еще все на высоте. Сейчас я спущусь прямо сюда вниз и покажу вам высоту. В общем, сейчас мы на высоте 49 метров 50. Вот он уже парк. Верхний парк над аллеей. Здесь вот тренажерчики. И это, ребята, вот где машина сейчас проехала, это, ребята, улица Советская. Это самая такая, как вам сказать, ну, ниже. Ниже жилья уже нет. Только если там в районе вокзала, там, конечно, есть пониже. Ну, все приколюхи, они все здесь. Все кафешки. На вокзале, конечно, тоже есть, но все равно все, тем более сейчас новая аллея у нас отремонтированы. Все-все-все, это вот здесь Советская, Красномаякская. Ну и кто? Многие вообще просто любят Новосильченко, то что типа мы приезжаем шевелиться. Не просто так сидеть там лежать, а еще и полезно по горам походить. Пока утром на пляж, пока с пляжа. И типа вот такая вот прогулка получается. Ну вот она, центральная аллея, улица Советская. Ой, какой запах хвои. Вон там санаторий «Юность». Вон там Ксения. Ну, чтобы вам было еще понятнее, сколько же отсюда до пляжа. В общем, высота 42 метра сейчас. И народ, он раздетый вообще, в майках в одних играет в волейбол. И все, вот она уже прям дорога на пляж. Ниже уже жилья тут нету. Это уже все такое прогулочные зоны, где вы будете гулять, фитонцидами дышать. 44 метра, все, идем на снижение. Ребят, многие у меня спрашивают: Игнат, подскажи, пожалуйста, где искать жилье? Подскажи, пожалуйста, сайт или ресурс, где искать жилье? Я сейчас, так как давно этим не занимался, даже не могу ничего путнего сказать. Но в 2020 году, когда мы с Игорем ездили, вы помните, что мы и в Крыму были, и наше все по побережье, вплоть до Абхазии все проехали. В общем, мы все жилье искали, смотрели и бронировали через Booking. Единственное, что в Крыму официально Booking не работает, но там можно поставить галочку, что командировка, и тогда все работает. И там есть фотографии, там есть отзывы. Букингом дорожат ательеры, поэтому был случай, помните, у нас в 2020 году, что нас переселили не в тот номер в одном из поселков. Мы много где снимали, я уже не помню даже, на берегу. И был не тот номер. Игорь пошел, разобрался, и так как они... как сказать? Ну, боятся потерять букинг. Давайте будем говорить, что боятся потерять букинг, боятся плохих отзывов, поэтому
нам удалось отстоять тот номер, который был на фотографиях, и нас переселили именно в тот номер, который был на фотографиях, а не то, не тот, ну, в общем, классика жанра. Одну, на фотографиях одну, переселили в другое, букинг у них повис, ничего у них там не работало, и мы думали, вы сюда, а мы сюда. Просто, знаете, одна такая деталь, что Игорю, допустим, нужен был телевизор, я-то и не обратил бы даже внимания, он говорит, я точно видел на фотографиях телевизор. И такой, давай рассматривать фотографии, говорит, так это вообще не тот номер, этот номер там, допустим, 3000 не стоит вообще. Вот, и все, мы пошли, высказали претензию, скрипя зубами, конечно, на нас переселили. И это благодаря тому, что они дорожат букингом, мы так подумали. Где еще ребят смотреть, я не знаю. Я просто в это не окунаюсь, я не риэлтор, поэтому ничего даже не могу подсказать по этому поводу. Вот она, детская игровая площадка. Здесь вот и для взрослых, и для детей площадка. Тут волейбол, во все можно поиграть. Вообще прям шикарное место. Ну и... Вот так вот идете, 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 идете. И все. Здесь, чтобы пойти на панель направо, налево, вы идете на городской пляж. На отреставрированный центральный городской пляж. Давайте и эту дорогу тоже пройдем. Чтобы вы понимали, чтобы вы видели. И вот видите, как я только что был у церкви. И вот так вот потихонечку я спускаюсь вниз. Сейчас высота уже 33 метра. Котики на солнышке греются. Вот это вам, ребята, просто, ну, вот эту вот дорогу к морю, это вообще... Тут вообще даже не ищите никаких неудобств. Это просто надо принять. И она вам понравится. Просто многие, мне даже многие пишут, приезжают, типа, мы сняли там где-то на Красномаякской, и это еще к морю-то сколько спускаться. Все думают, что приехав на южный берег, они вот так вот, как в Анапе, выйдут, и сразу пляж. Нет, ребята, здесь видите, мы только что были 40 метров, уже 29 метров, 28 метров. Короче, ладно, не буду я это резкость настраивать. Вам тут придется ходить. А ходьба, как известно, это что? Правильно, движение жизни. Поэтому, если вас это не устраивает, то... Вам надо ехать в Анапу или куда-нибудь в Евпаторию. Вот, на южном берегу плюс-минус, все равно даже находясь в Ялте или в Фаросе, ходить придется. Подниматься и спускаться. Ну что, ребят, вот он пляж. Мы уже в 2 метрах над уровнем моря. И вот так вот, считайте, начиная практически от самого верха, я вам показал путь до пляжа. Просто я говорю реально, кто-то, ну, сперва прям психует, мы уедем, говорят, мамины подружки говорили, мы переедем, говорит, в Алупку. Я говорю, а в Алупке что, думаете, вам ходить не придется? На карте просто смотришь, оно все рядом. Кажется, что параллельная улица. А параллельная улица, видите, она на какой высоте? Сколько ступенек придется пройти? Не все любят и могут это сделать. Но я говорю, потом, когда уже идет принятие, люди просто кайфуют. Я отдыхал все время в одном и том же месте, а потом стал жить в одном и том же месте. Поэтому ничего про другие адреса и про другие гостевые дома я просто сказать не могу, потому что я там не был, я не знаю. Но вот примерный ориентир по местности я вам сделал. Ну все, ребят, на этом все. Заканчиваем ролик. Спасибо, что его посмотрели. Подписывайтесь на канал, лайкайте видео. С вами был Игнат. Пока.